Монако, но какое Монако без машины Джеймса Бонда? Леопарды там, львы там, они должны быть в раздельных загонах. Смолик победил в инфлюенсер года. И Хайзе Мурат. Друзья, всем привет! Kiss and Fly, Лазурный берег. Я еще не знаю, как ассоциировать, где мы, чтобы вы догадались, где мы. А мы в Ницце. Мы прилетели в Ниццу, аэропорт Ницца. Kiss and Fly, потому что он называется, потому что здесь такой лозунг аэропорта. Мне кажется, очень романтичный. Итак, ребятки, мы приехали в Ниццу. На самом деле мы летим в Монако. Мор, расскажи, что вообще мы здесь делаем, что происходит? Bonjour, je m'appelle Claude. Приехали здесь, чтобы все инфлюенсеры, они все вместе приехали в один локейшн. В общем, нас номинировали. Есть премия Influencer Award, который устраивает внучка Грейс Келли. Ну, она так писала, по крайней мере. И нас номинировали нескольких номинаций, еще кучу людей со всего мира. И мы приехали в Монако на 2 дня специально на это мероприятие. Да, Марат? Да. Приехали. Отдельный аэропорт, где летают вертолеты. И вот посмотрите, как это все выглядит. Сейчас будем выходить. А вот синенький — это наш. Мы живем в вилле, тут всего будет 5 гостей. Мурат и Наташа Осман. Сразу же понятно, кто здесь живет. И у нас вот такая замечательно красивая вилла. Начну с гардероба. Вот такой замечательный гардероб. Красивый. Обожаю зеркала. Вот, Мурат, такой бы гардероб дома иметь. Это вот наша уже немножко захламленная кровать. Красивая. Разные подарочки. Смотрите, какие классные сумки. И самое главное — виллу. Ой, девочки и мальчики. Так красиво. Все нереально. Просто невероятно красиво. Любимочка, давай попробуем эти выходные провести максимально без телефона и просто вдвоем. Не, ну снимать само мероприятие, да, а вот всякие там обеды, прогулки. Ну, как ты, что ты мне скажешь? Ну, я всегда за, более того, это я и предлагаю всегда, а ты всегда отказываешься. Пожалуйста, можно мы насладимся вдвоем? Можно хотя бы в этот раз мы насладимся друг другом, потому что, блин, все время телефон. Ну, когда-нибудь должно закончиться? Нереально просто. Мы в Монако, но какое Монако без машины Джеймса Бонда? My name's Bond. James Bond. Я, кстати, всегда мечтала быть девушкой Джеймса Бонда. Так, Бонд. В общем, история в том, что мы сейчас прокатимся на вот этом новеньком Aston Martin. Красивым. Он красного цвета, если видно. Мы поедем с ребятами, с нашим другом Бочи Анишем. Он один из инфлюенсеров в том числе. Я говорю Мурику, главное, чтобы он не газовал, как он обычно любит. Ну, мы поехали с нашими друзьями прокатиться по Монако, посмотреть райончик, как говорится. Казино, пожалуйста. И у нас сегодня первый вечер, когда мы встречаем всех наших друзей-инфлюенсеров и не друзей, кого мы только, с кем мы только хотим познакомиться. И сейчас я вам покажу разных ребят и как это все выглядит на самом деле. Не совсем удобно снимать, но попробую сделать это как-то очень натурально. Вот так это все выглядит. Это все инфлюенсеры, которые номинированы. Вон Кристина. Аниш, вот здесь вот, пожалуйста, наш любимый. У
наш любимый друг. И вот наши ребята, друзья. Тара и Мурат, да, вот все ребята здесь. Приезд организовал небольшой спектакль, посмотрите. Вот так. А вот ребята. Вот салютик. Bonjour. I am here at our villa, and my wife already prepared me a beautiful breakfast. И сейчас мы посмотрим, что же приготовила мне моя жена. А по-моему, жена ничего не приготовила. Она просто сидит и ест. Она это приготовила? Она это приготовила, садись, пожалуйста. Ага. Всю ночь не спала, фрукты резала. Ну так вот, прогуливаясь по своей вилле, я понимаю, что места на самом деле маловато мне, и я бы расширил немножко вот насыпь вот в ту сторону, вот за Астон Мартинами сделал бы, чтобы я своих львов там прогуливал. Потому что, ну а где им еще гулять? Как бы не, блин, леопарды там, львы там, они должны быть в раздельных загонах. Да. Доброе утро. Давай завтракать. Все, давайте завтракать, ребята, уже хватит. Make this here with all the ice on in the booth. At the gate outside, when they pull up, they give me loose. Yeah, jump out, boys, that's Nike boys hopping out cool. Мы пришли на бранч, куда пригласили всех номинантов. Вот вы можете посмотреть кучу разных инфлюенсеров, наших друзей. Сейчас покажу. И здесь будет презентация нового приложения. Он называется Zimoji. Ты можешь сделать свое лицо как картинку. Мне кажется, это очень прикольная тема. Вон наши друзья, ребята. Все уже немножко расселись. Но еще покажу. Вот так вот это выглядит. Можно вот так вот посмотреть. Вон там находится Мурат. Вот они еще сравнивают себя. Guys, you need a photo. Oh my god. Cool, cool. Так, через час начинается церемония. Я уже собралась, нам нужно будет выходить, выезжать сейчас. Сейчас вам покажу, как я выгляжу. Выгляжу я примерно вот так вот. Убрала волосы назад, выделила глаза, губы сделала нюд. У меня такие красивые перчаточки. Невероятный. Ой, надо колечко сверху надеть. Конечно, брат. И Мурат, как обычно, не готов. Я его всегда жду. В смысле, я тебя сам вообще всегда жду. Мур, я уже в эту дверь стою, если ты не заметил. Ты кого дверью назвала? Сейчас кольцо еще надену. Поверх перчаток прям, мне кажется, будет очень круто. Вот такой у меня красивый Диорбой. А что у тебя по волосам? Мур, не забудь мне подавать руку, ладно? Ребятки. Hi guys. Это ребята, они тоже номинированы, кстати, в разделе travel. Ну посмотрим, посмотрим. На самом деле победа для нас не главная. Вообще здорово, что мы здесь находимся. Да, Мурат? В общем, мы приехали на мероприятие. Вот там вот снимают камеру. Вон там вот выглядит дорожка, но она не красная, она черная. Но тем не менее, это все очень красиво. Это супер. Котик, ты как? Их хайзе Мурат. Очень красиво, вау, как же красиво, ребятки. Посмотрите, ищем стол номер 5. Надеюсь, он будет у сцены где-то. Вот у девушек такие платья, боже, как это неудобно. Теперь я все понимаю мужчин. It's amazing. Я сейчас наступлю и на шлейф надо обогнать. Очень много людей номинировано на тревел. Боже, это больше всех. Thank you.
Thank you so much. We really love Turkish Airlines. We're a huge fan. One of them. Смотрик победил в инфлюенсер года. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. It was an amazing trip. Thank you. Merci beaucoup. Monaco. Мур, как обычно. В общем, никуда не пойдет, просто пока я не досниму блог. В общем, ребят, возможно, не все сняла, но мы вчера выиграли в двух номинациях. Как вы поняли, это номинация Travel, чему я была безумно... Ну, мы ожидали этого, честно. Хорошо, была рада. Да. Fashion я не победила. Но зато совершенно неожиданно самую главную премию инфлюенсер года также выиграл аккаунт Мурада Эсма. И мы, конечно, были в шоке, что мы стали главными победителями. И я бы хотела сказать, я надеюсь, на этом не прервется. Спасибо нашим родителям. Мур, ну пожалуйста. Нет, спасибо родителям, друзьям, конечно, но я хотела бы сказать, что на самом деле это очень важно. Проекту более 7 лет. Несмотря на это, мы все еще актуальны. Ну, можно, пожалуйста, это важная мысль. Она даже еще актуальна. Ну, очень много талантливых ребят по всему миру, которые начинают что-то делать. И, очень большая, в хорошем смысле, конкуренция. И я очень рада, что нас все еще считают главным инфлюенсером и трансляторами. Это все, что я не сказала вчера на сцене. И спасибо большое вам, что смотрите нас. Это ваши письма. Это коротко веду к тому, что пишите комментарии. Дурацкие правила еще. Подписывайтесь прям вот до дрожи. Любим вас. Поехали дальше. Ну, поехали дальше. А еще вам покажу, бонусом покажу. Смотрите, какой вид красивый. Красиво, да? Очень важно, у меня какое-то лирическое утро, очень важно не переставать наслаждаться каждой минуткой, неважно, где вы находитесь, просто ценить то, что вокруг вас. You're my